Доброе утро! Сегодня мы поговорим о инсулинотерапии при сахарном диабете. На рынке Украины существуют флаконные формы инсулинов, короткий инсулин и продленные инсулины. Под эти инсулины мы используем иглы. На баночке должно быть написано в 1 мл 100 единиц. Точно так же должно быть написано на шприце в 1 мл 100 единиц. Обратите внимание. Кроме флаконных форм, мы используем шприц-ручки. Они более удобны, чем иглы. Под эти шприц-ручки существуют картриджи. Существуют многоразовые картриджи. То есть ручку мы раскручиваем, используем, вставляем картридж. Ручкой мы пользуемся на протяжении нескольких лет, если она целая. Появились флекспены на рынке Украины. Это одноразовые шприц-ручки. В них не нужно набирать инсулин, они легко используются. Они готовы сразу к употреблению. Существуют флекспены ультракороткого инсулина под еду, который колется, и продленные суточного действия. Кроме простого и продленного инсулина, на рынке Украины зарегистрированы еще микс-инсулины. В нем может быть 30 или 25% простого инсулина, а остальное – продленный инсулин. Такие инсулины больше подходят второму типу диабета, то есть пожилым, которым тяжело 3, 4, 5, 6 раз колоть. Он колет инсулин дважды – утром и вечером в комбинации с таблетками. Следующее. То, что новое появилось на рынке Украины – это помповая инсулинотерапия. Когда на теле человека стоит маленький прибор – инсулиновая помпа, больше адаптированная к человеку. Это третий вариант. Мало того, кроме дозатора инсулина существуют помпы, которые и измеряют сахар. То есть на человеке стоит прибор, который вводит инсулин, и тут же идет измерение сахара в крови в режиме реального времени. То есть мы видим сахара на помпочке. Сегодня мы поговорили с вами об инсулинотерапии. Спасибо за внимание.